Вот, в общем-то, и все про фритюр. Ты все понял? Ага. А это автомат с мороженым. Можешь просто сказать, что он не работает, если тебе противен клиент. О, круто. И, собственно, здесь ты будешь проводить большую часть времени. Это комната клоуна. А? Чтобы включить, нажми сюда. А это зачем? Чтобы бить его током. Еще разок. И как часто надо это делать? Да когда тебе покажется нужным. Ну а так, примерно каждые 15 минут. Ну или пока кто-нибудь не закажет. Да, мне маленький спрайт и разрядик в клоуна. Конечно. Маленький спрайт и номер 3. А? А? Отлично сработано, малыш. Вопросы есть? Ему, типа, нравится боль или что? Нет, ему не нравится. Ладно, не забудь шибануть клоуна, прежде чем уходить. Не отпускай кнопку.